Да, дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру. И я хочу подойти, что-то у нас тут мэр хочет мне сказать. Привет, мэр. Мне нужна машина. Ну, у меня, кстати, есть машина. А рядом с радиовышкой в грязи застрял джип. Вытащи его и проверь, на ходу ли он. Да, без проблем. Сейчас мы отправимся. Ага, вот, значит, получается, покатушки с мэром. Сейчас проедем, посмотрим, что не так. Вот автомобиль. Где автомобиль? А, вот здесь автомобиль. О, пёска бежит, смотри. Есть, готово. Вот у нас тут зомбаков куча. Сейчас потихонечку мы их отстреляем. Есть. 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 Сейчас мы крышечки с них... Крышечки мы сейчас с них снимем. Подлечиться только мне бы надо бы немножко. Отлично. Используем. Вот так. Хорошо. Есть, готово. Готов. Ух ты! Я даже в него не попал, на самом деле. Ух ты! Прикинь, я стреляю куда-то, но попадаю все равно. Так, а ты чё, гад, не... А, подожди, в смысле? Есть. Надо вот этого сумасшедшего выстрелить. Давай, оба. Чё, очухался, да? Бежит, смотри, бежит. Есть. Надо его добить, пока он не добежал до меня. Эй, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. А ну-ка, успокойся. Угомонись. Готово. Готов. Не готово, а готов. А, мать. Так, ты давай тут мне не подходи близко сильно до меня. Готово. И мать, все. Всех. Теперь вот этого мужичка тоже сейчас. Все, готов. О, сколько у вас и толстячок. Смотри, здесь все. Ребята, ребятушки. Ребятушки, все идем сюда. Давай ты уже, давай, давай. Жалко, что он своих же не убивает. Давайте тоже, все ко мне. Все ко мне сюда, все. Эй, ты чё царапаешься, гаденыш? Все, подходим сюда и взрываемся. Так, птички. Вы мне достали. Достали вы меня уже. Да ё-моё, подожди, не царапайся. Есть, готово. Птичка готова. И еще зомбаков куча, офигеть. Сумасшедшего нету этого бегуна. А, нифига, смотри, джип валяется. Ну, не валяется, он погряз. А, найдите что-нибудь, чтобы вытащить машину. Найдите веревку. Найдите лебедку и вытащите машину. Угу, сейчас. Куча зомбаков. Сейчас мы соберем кучу зомбаков. О-о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 . Сколько вас там много. Слушайте, ребята. А взрывающихся пакетов нету больше, да? Угу, нету. Ну что ж, ладно, собираем их всех в одну кучу. Придется. Сейчас соберем в одну кучку их всех. А дверь вообще, она... Ее можно открывать, закрывать? Нет. Она просто открыта и все. Все, давайте в одну кучу соберем и будем устраивать фейерверк. Хорошо, что у меня гранаты еще есть. Все, подходим, подходим в кучу. В кучу собираемся.
Вот, отлично. И сейчас будем бросать гранату. Гранатка у нас на троечку, на троечку. О, нормально, еще раз троечку. Вот. Все отлично. Теперь добиваем оставшихся. Всего лишь две гранатки использовал. Но они мне что-то ничего не дали. Надо будет активировать кое-что в умениях. Оп, а ну-ка, аккуратно. Аптечка. Аптечка не берется, к сожалению. А, мне нужно веревку найти, да? Ага. О, мы сейчас здесь откроем. Вот она, веревочка наша, да? А теперь нужно найти лебедку. А где лебедка у нас? Внизу. А где выход? Выход здесь. Идем за лебедкой. Интересно, где лебедка находится? Я надеюсь, наверх не надо будет подниматься. Я надеюсь, наверх не надо будет подниматься. Нет, надо. Птички. Ладно, патронов у меня 2500 было. Да ты чё, гадина? Ты чё творишь? Птица. Из-за вас люди болеют коронавирусом. Летучие мыши. Все, готово. Так, чуваки, идите нафиг. Они сейчас все равно за мной пойдут потихонечку, поэтому они не потеряются. А вот тут зомбаков тоже куча, смотри. И каркуши летают. Так, сейчас мы быстренько обойдем их. О-о-о! Вот этого чувака надо убивать. Есть, готов. Отлично. Ой, бежи, бежи, беги, беги. То есть, беги, блин, беги, гад. Гад, гад такой. О, толстопуз. Давай, взрывайся, мальчик. А, может, я быстренько лебедку эту найду? Что там, крюк надо было найти или еще что-то? Эй-эй-эй-эй-эй-эй, нафиг, нафиг. Сколько куча птиц этих. Кто? На, получи гранату. Так, подожди-ка. Одевайся, Да ё-моё, блин, да что такое? Короче, надо не спешить. Поспешили. Вы проиграли. Вы были вылечены, но почему-то по здоровью я не вижу, что это нормально вылечен был. Эндрю. Эндрю, поговори со мной. Офигеть. Руби, поговори со мной. Нет, не хочет, ладно. Ёшки-моташки, ёшки-матошки. Ах ты, мэр, подсунул мне такую миссию-то, а? Гадёныш. Сейчас продадим. А чё продавать-то? Ничего нету. Либо то, что все то исчезло. Исчезло все. Ах. Нафиг. Проблему с курьером. Пошли решим проблемы с курьером тогда. Раз не получилось с мэром. Опачки. Почему у меня такое оружие сразу выдали? Давай подлечимся. Вот, хорошо. И съедим баночку такую. Баночку бобов. Ах ты, ё-моё. О, готов, готов. О, может быть, здесь этот можно. Блин, а я думал, здесь будет пулеметик. Нифига. Зомбачка. Ах ты, ё-моё. Есть, готова зомбачка. А ну, у нас все друзья сюда прибежали или нет?
Вроде бы все. Ну все, подходим сюда поближе. Сейчас я вас подзорву всех. Да, эти, смотри, у нас спаслись. Зомбаки эти спаслись. Гады. Ну и осталось еще два зомбака. Мне хотя бы эту серию не профукать. В той серии, видимо, я поспешил. Есть. Опа, с двух ударов. Молодец. О, тут будет. Эй, подожди, в смысле, алло. Ты чё, гад? Ты чё, гад, творишь? Да вас там несколько. А давай ему в спину стреляй как раз. Ага, гады. Гады, гады, конечно, кто же еще? Ух ты! Чуть меня не попал. На. Да смотри, они мазилы. Есть один. Но один уже готов, и то хорошо. Ага, промахнись. Промахнись. Еще один удар, подожди. Все, готов. Чувак, ты мне ничего не хотел дать? Нифига, сами же на себя нападают, а? Смотри, написано help. Типа, помогите. А сами вон что творят. Так, разбиваем это все. Тут нету никого, нормально все. Ух ты, нифига, как я выбил. А, вон, смотри. Ох ты, ё-моё. Уходим. Уходим, уходим. Перезаряжаем. Где они? А ты чё, гад? Ты давай выходи. Выходят потихонечку. Хорошо. О, вас там уже трое, ребят. Их уже трое бандитов. А, нифига, их там четверо было. Ну ничего, подождите. Есть. Надо бы мне этот самый снайперку, блин, купить классную какую-нибудь. Помощнее, чем это. Ух, нифига там. Эй, попали в меня. Этот готов. Тихо. Ух ты. А ну, а если я с этой буду стрелять? О, да вы так быстрее умираете, чем я тут играюсь. Да, вы так умираете быстрее намного. А чё я с вами играю с этим снайперкой? Зачем? Если вас можно просто так взять и расстрелять. Значит, здесь бандиты спали. Подождите. Так, уходим, уходим, уходим. На троечку сейчас нажмем. Гранатку. Та гранатка вам не понравилась, я смотрю, да? На, гад. Фига меня перебили как, а? Я в него попасть не могу, он меня прям нормально перебил так. Спускайся, давай, гад. На, получи. Снайперка что-то не алё. Ну, давай посмотрим, сколько снайперка. Урон 12. Здесь урон 7. Здесь может то, что больше
больше идет, как сказать, количеством. О, видишь? О, что за там еще за дед? Дед вылез. Сейчас перезарядит. Ох ты. Ага, сейчас. Есть, готов, готов. Один готов. Самый такой дед, дедок. Вот и бандит тоже тут готов. Че, напали на меня, да? Посмотри, ты заметил, сколько... Сколько их там много было? О! Дед какой-то, смотри. А что он делает? Надо его спасать. Курьер. Вы меня отпустите? А, да, отпустить курьера нет. Я забираю пакет и делаю ноги. Да, конечно, отпущу. Без проблем. Спасибо, давай. Все, миссия завершена. Спасли курьера все-таки. Ну что ж. Хорошо. Вернуться в город. Угу. Вернулись. Кому там надо было курьеру? Это у нас курьер Тони. Вот Тони. Блин, мэр мне такую... Вот он, да, курьер? А нет, не курьер. Вот это курьер Тони. А что ты это... Прическу поменял курьер Тони и этот самый покрасился, что ли? А, вот он, курьер Тони. Курьер Тони, да? А как это выглядит? Да все нормально, все сделал. Давай деньги. Хорошая работа. Я получил за товара неплохой процент. Может, ты меня поделишься с ними? На заправке лежит несколько солнечных панелей. Принеси их мне. Солнечные панели. Хорошо. Принесу. А где курьер? А где курьер? Куда он убежал? А, это вообще курьер или нет, чувак? К торговцу сейчас ходим быстренько, побазарим. У меня есть кое-что к тебе продать. Это вот кусок железа. И, может, мне очки какие-нибудь добавились опыта? Да, точно, преднаграда золота. Забираем. Ух ты, сейчас мы его продадим. И что еще дальше? Слушай. А вот здесь мы ничего не добавили себе? Или мы вот это ждем, пока у нас хпшка увеличится до максимума? Ноль бесплатных очков. Ага, ладно. И способности ноль бесплатных очков. Ничего нет. Ну что ж, дорогие друзья, на этом серию будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.